Всем большой-большой привет! Сегодня мы будем с вами разговаривать о вещах, что же я покупала, что я буду носить зимой и что я носила до зимы, потому что я очень долго пыталась начать снимать это видео, и у меня нету тут такого модного рейла, у которого я буду стоять рядом и снимать вещи и показывать, но я хочу вам рассказать о вещах, и поэтому неважно. Погнали! Сразу скажу, что в последнее время я перешла на дизайнерские какие-то магазинчики очень маленькие, либо это должен быть лейбл. Все, как-то меня замкнуло. У меня очень мало вещей сейчас из Зары, с таких масс-маркета обычного. Мне хочется чем-то выделяться, или как это можно назвать. Но в этом видео вы поймете, что вещей из обычных магазинов у меня мало. Начнем с чего? Не с этой леопардовой штуки, а с толстовки, которая сейчас на мне. Я всех ребят пропишу внизу, что это за магазин, откуда я это взяла. На мне вот такая огромная, классная, красная худи с начесом. Она оверсайз. Я ее обожаю, я в нее влюбилась. Мой инстаграм постоянно спрашивает, откуда я ее взяла. Вроде бы ничего особенного, но она именно клевого цвета. Мне нравятся эти черные веревочки. И я из нее, правда, не вылезаю. Хочется видео сделать коротким, но понятным. Я заказываю себе очень много вещей, извиняюсь, Asos, прям очень много, и круто, я могу заказать, мне не подошло, я бесплатно все отправила обратно. Это как лотерея, легкое-легкое платье, но с длинным рукавом, потому что я зимой, например, такие платья спокойно ношу с черными колготками. Еще и сюда для наряда надевала шляпу, вот, сможете посмотреть справа. Вроде бы ничего особенного, на сайте тоже смотрелось не очень, а в жизни оказалось классным. Далее у нас будет вот такой пиджак. Причем я тоже заказывала с Asos, а здесь написано, что это River Island. Клетка красивая, очень красивый коричневый цвет. На себе сейчас покажу, чтобы вам было понятно. Я очень сильно люблю бренд, который называется Abercrombie & Fitch. В Москве он не представлен, но когда мы едем куда-то за границу, в Европу, либо вот мы в Азию ездили, я всегда там скупаю мужу футболки, потому что качество хлопка офигенное. И вот так выглядит этот бренд. У меня сейчас такая легкая кофточка, похожа на полотенце, потому что она, посмотрите, она прям вся в такая... В общем, такая белая, под любые джинсы, вот подо все она подойдет, очень приятная. Abercrombie & Fitch, запомните этот бренд. Я всегда покупаю мужу там кофты и футболки. У них есть бесплатная доставка от $100, если вы покупаете, потому что там футболки можно на сейле найти... Так же, как и в Заре за 1000 рублей, может, за 900 рублей, вы набираете, и бесплатная вам доставка в Москву. Дальше, из масс-маркета, что у меня есть, это белые джинсы, просто, я никогда думала, что я не надену никуда белые джинсы, но мне нужна была новогодняя фотосессия, и я просто увидела при входе в Страдивариусе, вот, Страдивариус, нашла оверсайз вельветовые белые джинсы. Я не знаю, как так работает, что иногда оверсайз тебя делает еще толще, а иногда тебя оверсайз делает худее. Это Страдивариус. Купила себе впервые кожаные брюки. Представляете? Это Zara, они еще даже у меня с бирочкой, я их не носила. Смотрится прикольно, они завышены талией, мне понравилась вот эта вот оборочка сверху. Брюки и... Например, с белой рубашкой, либо с топиком белым. У меня есть один бренд, которым я только-только познакомилась. В выходные купила эту рубашку. АСТ. Мы ходили на фотосессию, и девушка предоставляла свои вещи из своего бутика, и я увидела у нее вот эту рубашечку, мне очень она понравилась. Такая тоже оверсайз. Даже они вместе будут смотреться очень даже здорово. И сейчас я вам расскажу о магазине, конкретно здесь много вещей оттуда, потому что я знакома с этой девочкой лично, она их создает уже на протяжении 3 лет. Вижу, что некоторые вещи пользуются популярностью, меня спрашивают о них. И сейчас я тогда поделюсь, что откуда, и оставлю вам, конечно, внизу ссылку на нее. Две пары брюк. Одни в клеточку, другие коричневого, модного вот этого вот цвета в этом году, вторые в клеточку. Брюк должно быть много. Я поняла это недавно совсем и поняла, что брюки тоже миксовать можно вообще совершенно по-разному. И брюк в брюках можно быть и по-раздолбайски, очень интеллигентно, элегантно. В общем, брюки. Под брюки я взяла у нее тоже водолазки. Водолазки обалденного качества, стоят относительно, там, не знаю, Massimo Dutti не так дорого. Они очень приятные к телу, прям невероятно. Я не ношу ни одну колючую вещь, ни одну. И есть у нее водолазка с коротенькой шеей, есть водолазка с обычной, если вы любите классической шеей. Вот этот модный горчичный цвет. И еще я люблю, конечно же, бордовый. Носите, например, с этими же брюками. И если подобрать клевый цвет, то тоже будет очень даже интересно смотреться. Спортивное платье. Как вам такое? Обожаю этот цвет.
В этом году он у меня просто везде, это пыльно-розовый. Здесь такие атласные ленточки, капюшон. Очень прикольно выглядит, на самом деле это удобно с детьми где-то. Вроде бы как девочка выглядишь в платьице, а вроде бы и очень такое оверсайз платье с кармашками, очень-очень клевое. У меня еще осталась одна огромная худи, вот эта, которую я купила на Лубянке, в Детском мире, в каком-то магазине, который называется, у них нету здесь даже бирки, называется, по-моему, Хлебный. Вот такая она, черная, с огромным карманом. На ней написано слово «спутник», какие-то тут фразочки, слова. Ну, она по стилю как вот эта толстовка, но мне нравится, очень нравится ходить иногда в таких, когда ты поехал за город, на дачу, ты нацепил, тебе тепло, хорошо, и в то же время она очень-очень стильная. А теперь две вещи, которые покорили просто всех прохожих, подписчиков на YouTube. Это моя шапка розовая. Вот эта пыльно-розовая моя шапка с короной вот здесь. И пыльно-розовая куртка. Вы сейчас будете очень громко смеяться, когда узнаете, что это за бренд. Я вам даже... Блин, это очень смешно. Посмотрите. Это Нюша. Нюша. Я никому не отвечала, потому что сказала, сниму вам видео и расскажу. Ребят, я зашла в авиапарк. Мне нужна была срочно куртка. Очень я хотела себе куртку. И тут я вижу... Какая-то висит красивого цвета, дай подойду. И мне продавец рассказывает, я смотрю, говорю, блин, классная куртка, я себе ее возьму. И она говорит, ну вы посмотрите, у нас на самом деле у Нюши новое что-то вышло. Я говорю, что? У нее тоже есть вещи? Я говорю, да, у нее новая коллекция. Ну, в общем, это бренд Нюши, представляете? Но куртка обалденная. Она, во-первых, ее можно стирать. Она, если вы испачкались, я прям тряпочкой потираю, потому что цвет маркий. Но смотрится она обалденно. Она короткая, на, допустим, если за рулем ездить, это удобно, либо общественный транспорт. Но в сочетании это все смотрится, правда, очень нежно, зефирно, ванильно. В общем, Нюша, Нюша. Не менее мною любимая вот такая дубленка серого цвета. Которая, конечно, я особо уже не поношу зимой, но в следующем году продолжу ее таскать. Это дубленка из магазина Чайка Стор. Я их тоже нашла просто где-то в интернете, либо в инстаграме. Потом у них открылся корнер River Island в авиапарке, кто из Москвы. И все, это дубленка, сочетание цветов белого, серого, все эти заклепочки. Она очень нежная. Очень красиво все это смотрится, невозможно ее держать в руках, поэтому смотрите на картинке, на видео, как это выглядит. Ну и закончим мы, наверное, это видео обувью. Правда, зимней обуви у меня пока еще нет, я не знаю, я выпала из этого, никак не могу себе ничего подобрать. Расскажу вам о своих любимых кроссовочках, которые я заказывала на ASOS. Вот эти, например, они прям вот внутри написано, что это ASOS. Классно смотрятся, они... Вроде бы такие простые, но в то же время и удобные, и стильные, и подо все подходящие. ASOS 1003 рублей, мне кажется, они стоили. Белые, немножко чумазые от Lacoste. Классное сочетание белого и бордового. Я их стирала в стиральной машинке, все очень быстро отстирывается, хорошо смотрится, удобные, главное, удобные. Я любитель кроссовок, и причем я люблю поносить кроссовки, может быть, купить не слишком дорогие, как вот эти, поносить их и выбросить, и не дотаскивать их до посинения, чтобы они уже выглядели страшно. Мне вот лучше купить какие-нибудь разных, и их носить, и они все будут выглядеть прилично. И еще одна пара, которую я заказала на ASOS, но что-то они мне нравятся, но я пока не знаю, с чем их сочетать. Это осенние ботинки, они холодные, но мне понравилось. Я ненавижу золото, но тут сочетание как-то с коричневым смотрится неплохо. Красивые, смотрите, вот. Такое у них обрамление здесь тоже с золотом. Здесь замочки золотые, с юбочкой, с водолазочкой. Будет супер, вот. Немножко вещей, но надеюсь, вам что-то приглянулось, понравилось. Внизу все пропишу, заходите в инфобокс, рассматривайте, ставьте мне пальчики вверх, потому что это максимум, что вы мне можете сделать. Комментарии закрыты, и хорошего вам всем настроения. Это главное, скоро Новый год, скоро много подарков, много покупок, балуйте себя. И да, самое главное, хорошего настроения и здоровья. Все, пока!